Сталин. Товарищ Сталин, говорит Жуков. Звоню по поручению наркома обороны. Немцы бомбят наши города. Вы меня слышите? Где нарком? Говорит ПВЧ с Киевским военным округом. Немедленно приезжайте в Кремль вместе с Тимошенко. Враг бомбит Ригу, Минск, Могилев, Киев, Одессу. Его войска атакуют нашу границу по всему Западному фронту. Германское правительство объявило нам войну.